который Warxul Records представляет. Очередное мое издание CMD-052. Это сингл 2018 года. Necroticism, часть четвертая. Вот. Так. Итак. Значит, вот такая коробочка. Сейчас будем отрезать. Диск играет. Вот. Самоклейка. Это вот я так оформил диск. Это мне позировала одна тетка. Ну, я не женат, хожу к теткам, и она, ей понравилась эта тема, но мы под эту песню даже с ней трахались. Ну, охуенно. Вот, она согласилась, так сказать, то самое, на издание. Вот. С ее согласия личного. Вот. И вот. Ну, это другой альбом, а это вот сейчас будем отрезать. Вот, этот трек я сочинил давно-давно, ну, давно, скажем, да, потом как-то, в каком же его сочинил, одну сочинил, в 2000 каком-то там, не помню, в 2000 каком-то, вот, вот, давал его слушать жене Козловой, это арт-менеджер группы, кто не знает, это как ее называют, Гургамс, вот. Они всячески пытались меня зазомбировать в эту группу, галимую, по моему мнению, идет. Ну, мне не нравится Гургамс абсолютно, то есть он, может, он техничный, да, но, ну, мне он и то тема не техничная, но они слушаемо-табельные, просто, да. Ну, как в Десайде, например, да, на то, что слушать эту мультфильм. Знаете, есть группы, которые сами для себя играют. Мне такое неинтересно. Вот, короче, что я хотел сказать. Ну вот, она тоже слухала, говорит, похоже чем-то на Гургамс. Ну, короче, да. Это история этого трека. Потом, это самое, барабанчики оживили, так скажем так, это как электронные барабаны были. Потом их оживили, то есть, чувак записал живые барабаны в студию. Вот. Кто-то скажет, что это электронный. Ну, пускай говорит. Ну, это живые барабаны. Записаны качественно в студии. Вот. Ну, короче, репетитор записал. Записал в этом году или в том, не помню. Ну, а потом уже соло гитару записал. Записал текст, у меня уже был. Подкорректировали его с Пахотиным. Вот, конечно, я планировал сюда вокалиста с Рулином, но, честно говоря, платить такие деньжища за то, чтобы у меня кто-то там сингл этот пел, нахер оно надо, вот, вот, уже готово, так, делаем сейчас ставочку эту, о, уже приятно посмотреть, так, это есть, ну, это, как бы, с этой оперы, вот, это, нах, сейчас эту нарежем, самоклейку. Вот. Еще планирую переписать ритм гитару. Если у меня там идейки получше. И звук получше будет. Ну, соло гитару, наверное, ставлю тут же. И текст будет на английском языке. Вот. Такой есть планчик. И сдам его с диджей Колдуном. О, точно. На кульмисе, мне кажется, где-то через месяц.
Хотя я, подожди, я же его уже издал. Это мой лейбл, новый лейбл. А, ну да, на английском я же не издавал. Да. Поэтому точно издал. Вот, точно тогда издал. Действительно. Самоклейка, тут можно что-то написать и куда-нибудь заклеить. Так что этот тема самая, это, кстати, клавиши я решил сделать типа грузинских. Да. Прикольно получилось. Вот. Так что история этой песни очень такая. Несколько лет назад, ну давно уже написал, потом это забыл про нее. Вот решил вот в этом году, так сказать, хвосты за это самое закрутить. Вот, сейчас сделаем. Вот. Чё, вот, готово, самоклейка. Ну ее можно. Либо сюда ставить тут. Вот сюда самоклейка будет. Вот. Можно куда-то наклеить. Вот, вот оно. Это самоклейка получается. Вот диск там играет. Вот. А это уже обложка. Ну, текст там нет, что одна песня. И тексты, в принципе, там слышны. Записано качество на моей студии Сахармак Digital Records. Домашняя студия. Кстати, Бытула тоже у меня пишет свои тексты. Песни. Запись вокала. Вот. Вот, готово. Ну вот, готовенько. Ну все. Это была очередная серия Metal TV. Ну что, прикольная музня. Рекомендую, покупай. Вот. Еще автограф свой напишу. Так что украинский металл жив и очень-очень обширен. Не так, как показывают некоторые фильмы, что типа там в Украине всего три группы и больше никого нет. Ну, это уже сказки, это уже узурпация власти называется. Вот. Так, с вами была Metal TV серия очередная. Warxul о своем проекте T.O.R.N.A.P.A.R.T и этого года сингли 2018 года Metal Necroticism. Могу тебе позвонить, кстати. Презентовать тоже такой альбомчик. Ну и возможно еще с ней, так сказать. Тили-тили-тили-вали. Вот. Все, пока-пока.